Привет, друзья. А я хочу вам сказать интересные вещи. Ну, во-первых, включаем коллективный разум. Сделать, чтобы улыбалась, или чтобы такая была задумчивая и всматривалась, чем мы-то занимаемся, а? Советуйте, давайте. Ну, теперь второе, очень важное. Значит, я сейчас вас развлекаю, чтобы у всех было хорошее настроение и так далее, потому что грядут хорошие дела. Потом скажу, какие, ну, по крайней мере, на нашем канале. Да. А отсюда идет, как говорится, для всех. Потому что мы здесь и повышаем иммунитет, и стрессоустойчивость, и помогаем людям решать различные личные проблемы, не входя в детали. Метод ключ позволяет это делать очень быстро. Потому что, если вы хотите, вот новичок какой-то зашел сюда на канал и удивляется, как это так, да просто посмотрите несколько роликов серьезных на нашем канале. Там, где есть слово «ликбез», обязательно посмотрите. Там много роликов у нас многотемье, потому что мы и философией занимаемся, и беседы ведем с очень интересными людьми, и об искусстве говорим. И много чего делаем, но есть ликбез, который регулярно проходит, он бесплатный. И, пожалуйста, посмотрите. Посмотрите, и вы там научитесь снимать стресс, выходить на состояние душевного покоя, безмятежности. Ну, много чему научитесь очень быстро. И третье, очень важное. Хочу повысить профессиональное мастерство психотерапевтов и психологов, которые этого хотят. Ну, я думаю, нормальные всегда хотят повышать свою квалификацию, правда же? Было бы странно, если бы не хотели. Я придумал такой способ, очень оригинальный. Поскольку я считаю, что метод ключ – самый лучший метод в мире, поэтому мы можем сделать такую штуку интересную, которая повышает профессиональное мастерство специалистов. Я придумал... Ну, подождите одну секунду, я вам скажу. Когда-то, много лет назад, в РАОС России проходили соревнования профессионального мастерства. Ну, по профессиональному мастерству для диспетчеров. Там готовились долго команды из разных городов. Ну, 19 команд участвовало. И я готовил Дагэнерго, команду диспетчеров. Ну, это очень серьезное соревнование, там... как предотвратить там аварию, как залезть на столб, как там отомкнуть там чего-то, примкнуть чего-то. Ну, это серьезно, серьезно. Ну, где-то 2-3 месяца готовятся, потом выезжают на какую-то территорию, в какой-то город, там, Петербург там, или там какой-то Кишинев там, или в другой город какой-то. Ну, давно это было. И обе команды с различным списочным составом у меня выиграли первое место среди множества других команд по РАОС России. Да, серьезные были соревнования. Я, честно говоря, до сих пор не знаю, выиграли, потому что я их готовил, или потому что начальство между собой там договаривается. Иногда такое бывает, ты стараешься, а оказывается, и в футболе так раньше было. Мне говорят, что ты так волнуешься, я хоккейную команду как-то готовил, или там... Арарат, футбольную команду, я так нервничал, я там готовил, там, а потом мне, ну, президент федерации, так, ну, так назывался, но он мне говорит, а что ты так нервничаешь, мы же уже и так выиграли. Я говорю, ну, слушайте, ну, могли же предупредить. Ну, так было, ну, не знаю, сейчас так происходит или нет. Надеюсь, что, наверное, не происходит, да? Ну, люди есть люди. Ладно. Дело не в этом. Дело в том, что я готовил и чемпионов олимпийских, и всяких разных психологов, и военных, там, и социальных работников, и психотерапевтов. Вот теперь я придумал, знаете, интересную штуку. Поскольку, я повторю, я считаю, что мой метод самый лучший в мире, а участники школы «Человек будущего» Homo Futura совершенствуют метод, создают свои приемы, изобретают на базе этих принципов, чем я очень горжусь. Всем привет. Так вот,
чтобы повысить профессиональное мастерство желающих специалистов, психотерапевтов, психологов, которые занимаются психоанализом, может быть, они расстановками занимаются, может быть, они еще чем-то занимаются, холотропными дыханиями раньше занимались, но, может быть, сейчас, ну, много чем занимаются. Все же те же самые вещи иногда называют и по-другому, по-современному, да. Ну, короче, кто хочет, выходит со мной на такое же соревнование, о котором я говорил, по профессиональному мастерству. Он приводит с собой любого человека, который в жутком стрессе. Я у него снимаю стресс. А вы считаете, за сколько минут? А я снимаю стресс, даю ему волну, например, или даю ключевое дыхание полторы минутки. Да. Ну вот человек, который со мной на конкурсе, на соревновании, он дает свои приемы, или там из психоанализа, или он там читал где-то, или сам создал, не знаю, это не важно. Но главное, не мои. Потому что мои-то самые быстрые и простые во всем мире, поэтому чур не мои, а любые другие, какие хочет. И мы устраиваем вот это соревнование по профессиональному мастерству, или как... Мой друг Володя Тарасов из Сталина, он придумал тогда поединки там, по экономике там, или еще чего-то. Ну, а я придумал вот это, чтобы повысить профессиональное мастерство. И одновременно для развлечения. А вы все будете смотреть и просто удивляться. И сразу увидите, а я гарантирую, что я это сделаю с помощью метода ключа в разы быстрее, проще, красивее. Не только потому, что я опытный такой, нет. Потому что метод такой получился хороший. Да, друзья, вот видите, какая интересная штука. Ну и так, подскажите, дорисовать или оставить так? Ну еще я хочу сказать напоследок. Пожалуйста, новичок, который ни разу не был на канале, и вдруг он пришел, вот мы с Киселевой там вели беседу, новички появились, вот первый раз, когда мы, которые вообще даже не посмотрели в описании под канал, на канале под роликами, кто я такой, чем занимаюсь, ну, вообще не знали, вот пришли на канал смотреть Киселеву, ну, я рад, поэтому мы пригласили, и очень достойно мы выступали, я представлял, а потом меня там критикует вот этот человек, который не знает, кто я такой, вообще не посмотрев даже в описание, кто там вообще, критикой занимается, о Господи, ну стыдно мне за это, стыдно, любознательность же должна быть какая-то, ну хотя бы посмотрите, на чей канал вы заходите, в гости куда вы приходите. Вы же так в дом чужой идете, хотя бы знаете, куда идете? Или вам все равно, куда ходить? Да? Ну ладно. Пожурил, как говорится, как человек взрослый, могу и похвалить, и пожурить, и пошутить. Наши все участники знают, что я юморист. Да, друзья, итак, объявляйте всем своим знакомым, психологам, психотерапевтам, всем, чем бы они ни занимались, в разных направлениях, пожалуйста. Да, и мы еще раз на эту тему поговорим. Такие условия конкурса еще раз отметим. Выйдем в зуме. Два пациента, так сказать, или два желающих в сильном стрессе. И два специалиста. Я с ключом. И тот, который хочет со мной быть на конкурсе. Итак, друзья, желаю моему коллеге успеха. Да-да-да. И тогда он заведется и начнет изучать метод ключ. Вот, и будет это лучше распространяться, потому что пора уже и врачам, и психологам, и психотерапевтам, и всем знать этот метод, чтобы помогать ближнему, помогать своим клиентам, пациентам, своим бизнес-тренерам, которых вы тренируете, ну, короче, всем. До встречи, друзья. До встречи. Хорошую вещь я придумал. Честное слово. До встречи.